Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас играть в игру Red Bull 4. В прошлой серии мы остановились на том, что мы пришли полностью в главу, которая называется «Зеленые холмы». Но главный квадрат все равно решил уничтожить шарика и отправил его в дремучий лес. Вот именно тут и начнем. Ну вот именно тут мы и начнем играть. Привет, шарик. Привет, Тимур. Ну как ты там? Ну как ты? Все хорошо? Да, все хорошо. А мы продолжим. Уже не терпится отправиться в новое приключение по дремучему лесу. Ну, начнем. Вот звездочки. А что они тут тоже есть? Они везде есть. Ну, ладно. Пошли дальше. Вот квадрата прихлопнули. Давай проходить дальше. Давай. Семнадцатый уровень. О, пила. Она, наверное, меня не убьет. Я же круглый, нам. Шарик, спасайся. Да что такое? О-о-о. Эта пила, получается, убивает. Да, шарик убивает. Это же пила. Ну, перепрыгивай. И... Опа. Давай. И... Уровень 18. Ой, шарик. Ну что ты такой неловкий? Да все. Хорошо. О, заграждение открылось. Ну вот нажать. Ты нажал на кнопку и открылись заграждения. Какие заграждения? Вот это вот заграждение, ты видел? Надо как-то до него допрыгнуть. Вот давай, давай, прыгай. Ой, квадрат. Мы как раз квадрата пила. Раз и убила. Вот давай. Бревно, надо подкатить его, чтобы... Давай быстрее, быстрее, быстрее. Шарик. Фух, я чуть не... Ну давай, этот уровень. Ну шарик, что это? А что это за квадрат вообще? Это ниндзя. Шарик, это просто... Давай сначала все проходить. Ну там... Две жизни у тебя еще осталось. Только начало приключения, и мы уже потеряли. О! Что это за квадрат? Это ниндзя. Ой, получается, что-то он вообще с первого раза не плюхается на второго. Шарик, наверное, это новый квадрат
того самого главного куда-то. Не обращай внимания, проходи дальше. Раз. Ой, кнопочка. Должна быть. Давай. О! О! Вот шарик. В прошлой серии у нас открылся костюмчик новый. Давай посмотрим, что это за костюмчик. О, это тут есть желтый и баскетбольный мяч. Какой возьмем? Желтый. А я думаю, баскетбольный мяч. Не желтый. Баскетбольный мяч. О, давай у друзей спросим, какой бы костюмчик. О, ну давай. Друзья, какой вам костюмчик больше понравится? Пишите цифру 1. Какой вам костюмчик больше нравится? Пишите цифру 1. Если желтый. Или пишите цифру 2, если баскетбольный мяч. В следующей серии узнаем, за какой было больше голосов. А сейчас поехали, пока в красном побудем. И какой вариант наберет больше голосов, в том мы и будем дальше, мы будем в следующей серии играть. Ну что, поехали. 20 уровень. Давай. Раз. О! На квадрат свалили камни. О, ниндзя. Мне кажется, есть идея. А чё бы нам бревном не прихлопнуть бы этого ниндзя? Самурай, наваляй. Шарик, это ты сам придумал? Да. А что, я ему наваляю? И сейчас вот прихлопну я этого дурацкого квадрата. О, ну давай. О. Давай квадратик. Уровень 21. О. О, опять. Заграждение. Вот давай. Теперь выдвигается эта опора. Шарик, давай переходи на следующую. Давай, давай, давай. Yes. Квадрат. 22 уровень. О, ниндзя, да? Поаккуратнее. О, давай. А что это? Что это за такая опора времени? На этот таймер ты должен успеть за время, когда эта опора. Когда эта опора выдвинется. О, тут она очень просто. Очень простая. О, давай. Раз. Квадрата. Ну, давай. Подкатим это бревно. О. Камень, ой, точнее бревно покатилось. О, пила. О, еще одна кнопка тут. А, шарик. Осталась нам последняя жизнь.
смотри, не проиграю, то больше у нас жизни. Все, я прошел уровень. Квадрат. О, опять та же самая платформа с временем. О, этого, о, а это уже заграждение с временем, шарик. Давай, бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу, бегу. Бегу. О, ниндзя. Надо платформу чуть-чуть приподнять вниз. Ну давай. Шарик, вот давай на этом мы и закончим. А то мы пришли 8 из 15 уровней. В следующей серии пройдем оставшиеся 7. А вот на этом мы уже будем в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11 ТВ. Пока-пока, покеда. Пока.